Всем привет, ребята! С вами я, Кальян Яблочный. Сегодня мы продолжаем играть в Рафт. Бутылка под коврик провалилась. Серьезно? Бутылка под коврик провалилась. Это как возможно вообще? Кот, ты под коврик не провалился? Вроде не провалился. А вот бутылка провалилась. Ну ладно. Может, это они просто укрылись так ковром моим. Сегодня наша цель сделать парус, расширить нам плот и флажок сделать, чтобы мы могли... И якорь. Чтобы мы могли отведывать всякие острова там, например. И что-нибудь еще. Давайте посмотрим, что нужно для флажка или якоря, или же этого паруса. Флажок. 3 гвоздя. Веревки. И доски. Досок нету. А для якоря... Веревки нужны. Еще одна штука веревок. И еще одна доска. Сейчас делаем якорь. Ой, мы что-то кушать захотели. А покушать-то нечего. Ладно, пускай рыбка готовится. Доска. Доска. Делаем якорь. Куда бы его поставить, чтобы акула не съела? Поверни. Ну, как-нибудь так. Это детское ведро. Там вон камушки. Вон там остров. Но сейчас мы не сможем на него прийти. А в костре доски кончились. Нужно срочно поймать хотя бы одну доску. Акула! Копья нет! Черт, что делать? На тебе! На тебе крюком! Кевин! Вот это выживание! Нам еще и сегодня и копье надо будет сделать. Это не то, что нам нужно. Нам нужна доска. Еще и крюк сломался. Вот это выживание началось. Доску туда. Плот погрызли. Погрызли плот. Сложно ходить. О, фух. Рыба приготовилась. Фух. Поели. Теперь нужна досточка, чтобы сделать крюк. Пластиковый крючок нам нужен. Давайте доски клюйте. Доска. Вон там плот. Срочно. Нужно набрать 7 деревяшек. Ой, не 7, а 10. И тогда мы уже, наверное, сможем скоро. Не только по плотам лазить, типа островам. Есть доска. Бочка. Вон еще одна. Фух. У нас не хватает пальмовых листов.
бочка. Вот бочка еще одна. Вообще нет пальмовых листов. Откуда они берутся? Не, поставь. Зачем ты кинул? Теперь еще и якорь установили. Ну вот. По идее, все остановилось. И даже тот плот плыть не должен. Я остановился, и ресы все остановились. Давай тебе попробуем чуть-чуть к нему поближе подплыть. Я, может быть, пойду собирать ресы на том плоту. Там вон стол вижу. Но выживших там все же, наверное, опять нету. Да, никого. Прыгаем. Поднимаем ящик. Прыгаем обратно. Ух ты, мы забрали сок лианы. И опять рецепт. А рецепт, который-то у нас есть. Железная руда мы взяли. Рецепт простое рыбное жаркое опять. Ну что, только простое рыбное жаркое. Мы нечаянно его выбросили. Сейчас поднимем. Куда делось? Простое рыбное. Подняли. Слабо. Сейчас опять на этот. Сюда вот куда-нибудь. У нас теперь два простых рыбных жаркое. А плота уже нету. Ладно, убираем наш якорь. Теперь мы сможем сделать парус. Куда бы тебе поставить, чтобы еще акула не отгрызла. Сейчас построим тут такую вот защиту для паруса. И вот так как-нибудь его поставим. И флажок еще нужен. Ну, флажок. Он, наверное, тут. Да, флажок. Сразу делаем. У нас для него все есть. Поставим его рядом с вот этой. С парусом. Ух ты, остров! Нужно срочно сделать еще якорь. Якорь. Вот он был. Веревки. Блин, мы, наверное, не подплывем к нему. Р. Туда куда-то, да? Не, не туда. Р. Куда-то туда. Чтобы мы еще сейчас уперлись в этот остров и рядышком по дну полазили, полутались. Может, там что-то полезное есть, не знаю. Вот. Точно в этот остров. Что, мы врезались в него? Давай, врежься, пожалуйста. Все, мы врезались. А если ты не приготовилась? Вот же черт. Ладно, голодный желудок, за ресурсами не пойдем. Акула, ты из стены решила мой плот погрызть? Блин, ты мой плот сдвинула, он сейчас уплывет. Срочно меняем положение якоря. Вот. Встревай, плотик.
Как-нибудь вот так встрянь и все. Чтоб ты никуда не поплыл. Вторая скумбрия. Я так и должен уплывать. Ладно, мы зануриваемся. Есть тут полезное хоть что-нибудь? Собираем какие-то водоросли. У нас крюка нет, черт. Плываем, ладно, на плот. Почему ты уплываешь? Плот. Ладно, мы собрали. Что это? Такое. В инвентаре давайте посмотрим, что это. Водоросли мы собрали. Нужно поставить нам жариться. Это. Положить доску туда. Думаю, на сегодня мы сделали достаточно. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Адьос, ребята.